Итак, 12-я серия у нас уже на счету, 12-й эпизод, называется «Время действовать», как обычно, всем доброго времени суток, пошеньте здорово там, мы начинаем, не будем, как говорится, медлить, чем быстрее пройдем игру, тем быстрее пошеньте от меня, то есть, чем быстрее мы пройдем эту игру, тем больше я почувствую удовольствие. То есть, кого я увижу, того я убиваю. Кого я увижу, того я и убиваю. Судя по словам этого долбоящера на камере, который за нами смотрит по камере. Короче, давайте, мы тут где-то в какой-то тюрьме. Бляха-муха, я опять забыл название эпизода. Только проговорил название эпизода и уже его забыл. Ладно, ничего страшного. Похожая, кстати, локация была в Resident Evil Revelations 2 в начале игры, когда Клэр с Мойрой тоже, кстати, с ними разговаривала надсмотрщица, с ними разговаривала с Клэр. Ну, те, кто играл в Revelations 2 Resident Evil, те понимают, о чем я говорю. С ними надсмотрщица разговаривала, и они тоже пытались выбраться, и они выбрались. Но они не всю игру выбирались, а половину. Они выбирались не всю игру, а только первый эпизод они выбирались из этой тюрьмы всей. Ух, респ врагов происходит. Я ненавижу респ. Стучим. Так, у нас есть с вами молот, и теперь мы можем убить. Тут нам не дали, кстати говоря, пистолет, ни магнум, ни пистолет. Получается, тут скрытно убивать надо. Так, кто где находится? А, вот. Ага, все, я скрылся. Отлично. Отлично. Иди сюда, дружок. Иди, бляха. Иди сюда, мы тебе это самое. Я тебя встречу. Блин, я не то хотел сделать. Я перепутал. Как он так? Я хотел вообще-то его убить. В смысле? Where are you? О, вот это прям отличное оружие. Прям быстро четко убивает. Быстро убивает этим оружием, прям нормально. Да как ты меня спалил, блядь, тварь ебучая, блядь! Ты заколебал! Я, блядь, аккуратно шел, долбоёб! Иди нахуй! Гондон, блядь! Заебал палить, блядь! Да ты откуда, блядь, респавнился? Говнюк! Сука! Я аккуратно нахуй подошел, блядь! Аккуратно! Схуяли меня, блядь, спальнули, непонятно. Схуя! Какого схуя, блядь? Долбоёбы, блядь. Как они меня пальнули, я вообще не понимаю. Иди нахуй, никаких палева. Я аккуратно подошел, блядь, к себе, сморчок ебаный. Я буду бомбить, потому что несправедливости. Я аккуратно, блядь, подошел. С каких херов меня пальнули, я не понимаю. Вот как он спалил, я... Да ёбаный в рот! Как? Карл, я не понимаю, что за, блядь, бред полный? Идиотство какое-то, блядь. Да идите ж вы нахуй! Заебали, реально, ну, блядь. Это пиздец какой-то, блядь, что делать? Народ, прикольная игра, Манхант. Где игра воскрешает врагов, короче. Ты их снова пытаешься, блядь, убить. Я только что его убил, блядь! Почему он снова заспамился, блядь? Конечно, второй заспамился, блядь! Разумеется, блядь, долбоёбская, блядь, игра, блядь! Сука, бесишь ты меня уже, этот уровень просто, блядь! Чё делать надо, чтобы они не спамились? Чё делать, блядь, надо? Народ, я понял, в чем моя ошибка. Там же даже задание написано: приведите в исполнение жестокую казнь и красную казнь. То есть они респавнятся до бесконечности, потому что, короче, я слабую казнь привожу в исполнение. Нужно приводить в исполнение сначала желтую казнь, потом красную.
поэтому не получается, поэтому они спамятся постоянно, именно поэтому. Именно поэтому они постоянно спамятся. Короче, сейчас нужно одного убить желтой казнью, а второго красной казнью. И все тогда будет замечательно и хорошо. Блин, то, что вот они друг за другом, вот этот мне не нравится. Они все друг за другом, да вы ёбнулись, Hello. Что ли, вы серьезно? Разворачивайся. Разворачивайся. Не туда, блядь, ты идешь, тебе в обратную сторону. Идиот, блядь. Тебе в обратную сторону, придурок. Сейчас въебу. Быстро развернулся, блин. Придурок. Давай, обходи, давай. В смысле, блядь, ты дебил? Ты давно должен был уже красную сделать. Все, отлично. Отлично, все. Бейте охотника, сбейте у него бейсбольную биту. Так, понятно. Бейсбольную биту нужно у него забрать. Убить еще забрать бейсбольную биту. Блин, столько времени просрал просто так. Так обидно. Давайте аптечку, короче, наверное, искать. Блин. Давайте, короче, искать аптечку. Она там. Я знаю, где-то аптечка лежала, короче, это самое. Обезболивающее, короче. Просто нам сейчас оно необходимо. Это не кирпич. Какой кирпич, блин? Какой кирпич, ёлы-палы. А вот обезболивающий, отлично. Вот обезболивающий, короче. Все, мы его нашли. Тут еще три врага появилось. А нам того убить-то нужно. Но это походу так, вот эти враги, они походу так, просто для сложности эти враги, они типа предспавнятся. Сейчас мы его вот так его окружим. Но его, получается, можно любым убить. По-любому можно его убить, любым убийством. Да, самое главное, это биту у него забрать. И где его бита? В смысле, это же вот он был? Или это был не он? Я что-то вообще не понял. Блять, мы не того убили. Там другого надо было убить. У которого бита была. У кого бита-то из вас, дурачков? Не у тебя уж точно, блин. Ты бомж. Еще тот. У кого-то из вас, у другого, короче, бита. Надо, короче, найти долбоящера, у которого бита, и его убить. Так, это пока мы оставляем тут. Так, ага, вот тут еще идет, я вижу. У кого бита-то из вас? Нет, точно не у тебя. А у кого из вас тогда бит? Я что-то не понял. Как кого мне убивать? Походу у того бита. Это у тебя бита? Нет, а где у кого бита? Я не понял, у кого из вас бита-то, ё-моё. Я не понимаю. У того должна была быть бита, а куда-то она, блядь, посеялась. Нет, блин, там никуда.
Я не знаю теперь, что делать. А кого из них бита-то, ёлы-палы? Они все вообще туда пошли. Вот бита, вот у него бита. Ну вообще не было, блин, он резко тут взялся, вот у него и бита, собственно. Блин. Как говорится, кого бита, того и карты в руки, как говорится. Нам нужен долбоящер, который с битой, не мешай. Где сбитый придурок, который? Вот он сбитый. Да, только, блин, прикол в том, что его окружают еще долбоящие. И, наверное, с хп еще мало, к тому же. Тут первый, по-моему, был, должен был быть сбитый. А, блин, уйдите, пожалуйста, вы так мешаетесь, реально. Я хочу того, блин, найти. Чего? Нет, бита не у этого, не у этого. У кого, у которого бита, блин, да их убивать бесполезно. Их убиваешь, там следующий спамится, короче. Следующие два заспамятся. Или не заспамится, я не знаю, народ, если честно. Я не знаю. Давайте, короче, сейчас тут пройдем, потому что я не знаю, как уже идти. Так, они вроде бы успокоились, то хорошо. Тот, короче, где-то там, он дальше, он прошел сквозь них. Ой, блин, не хочу проигрывать, я так не хочу проигрывать. Ой, блин, тихо. Нельзя палиться. Если я убью этого, то там респаунится следующий. И так далее. Ну, ты мешаешься, просто уйди, пожалуйста, просто уйди. Я знаю, что если тебя убьют, появится следующий долбоящий. Поэтому я лучше просто тебя обойду и все. Просто вот обойду и все. Так, давайте как раз обезболивающее возьмем. Нам повезло. Нельзя терять такой шанс. Блин, самолет. Самолет гремит. Так, и надо воспользоваться этим шансом, как положено. Вот это вот довольно такая необычная. Вот в этой миссии самое главное — это внимательность. Вот я невнимательно прочитал, что делать. То есть я вообще не прочитал. Что делать надо. Я не прочитал, что надо делать, короче, и поэтому я не понял, что надо, да как делать. Во, это не он. Просто, чтобы не мешался. А тот сбитый, я не знаю, куда он пропал. Это не тот, это не тот. А вот это тот, да? Вот он сбитый. Давайте не будем его упускать ни в коем случае. Там сейчас следующий опять респавнился, короче, за место того, которого я убил. Внимательно смотрим за тем, кто сбитый. Внимательно. И не упускаем его из виду. Так, он пошел туда. Он пошел туда. Так, мы это видим. Он пошел туда. Этот за ним пошел, долбоящер, как назло. Вот, мы за ним смотрим внимательно. Так, туда мы не сможем пройти. Так, он пошел туда, я это вижу. Так, давайте. Так, а я не знаю, что делать дальше, господи, он прям через меня прошел. Ну, он туда, короче, пошел, я понял. Он пошел туда. Отлично, все, они успокоились. Oh, 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 oh!
Да ёлы-палы, господи. Так, этот пошел. А тут можно скрыться, кстати, повезло, хорошо. Так он пошел туда, тот, который сбитый. Вот он, я его уже вижу, да. Походу, это он, да. Блин, какое сложное задание, ё-моё. Давайте, ну показывайся. Че он пропал куда-то? Вот он. Да? Где он там был, где-то здесь? Вот он, сбитый, отлично. Отлично. Не спали меня, пожалуйста, не спали меня. Отлично, все, отлично. Берем биту. А, ее даже заменять не надо было. Проведите в исполнении жестокую, чего? И ужасную, что-то там. Давайте нажмем. Приведите в исполнение ужасную казнь при помощи бейсбольной биты и жестокую казнь при помощи бейсбольной биты. Да ё-моё, так ужасно. Пожалуйста, господи, я и так дохуя это проходил. Разворачивается он, блядь, резко. Не смей, блядь, и так долго прохожу. И то-то до первого чекпоинта, блядь, уже минут 40, блядь, играю, блядь. Бредятина какая-то, блядь, миссия сложная. Пизда какая, блядь. Я ебал такие миссии, блядь. Блин, я бы за ним пошел, но он оранжевый мигает. Может спалить. Мало того, что его надо убить, да еще и... А вот, отлично, все. Давай, желтым, желтым, быстрее, загорайся. Отлично. О, отлично. Все, осталось красным. Убейте, пожалуйста, откройте ту дверь, ебаную, пожалуйста. Здесь это последняя хуйня. Ага, вот он пальнул. Что-то там он пальнул. Что-то там он, походу, пальнул. Давайте, придется ждать, короче, пока он загорится желтым, чтобы его убить красным. Ага, вот он того пальнул. Сейчас, походу, он развернется. И мы будем действовать дальше. Мне тут много чего вырезать придется, на самом деле. Но я оставлю самые смешные моменты, где я там жестко бомблю. Ну просто смысл вам смотреть, где я убиваю тупо врагов, думая, когда же уже будет продолжение игры дальше. А потом понимаю, что нужно убить специальными убийствами, чтобы продолжить игру дальше. Ну типа, ну это реально приятно. Так, да он тут пойдет дальше. You, not me, kill me. Running away. Мразь, блядь! Итак, друзья, свершилось. Свершилось, я дошел. Крайне, конечно, медленно, но я дошел до этого момента, ибо этот уровень и дает нам понять, что тут прямо медленно-медленно нужно все делать. Прямо медленно-медленно и вообще ни в коем случае не спешить. Вот если вообще никак не спешить, можно пройти. Очень медленно, не расторопно, но можно. Если спешить, то... Ну, грубо говоря, хуй вы пройдете, серьезно говорю. Тем более на харде. Если на фетише хрен пройдешь, то на харде вот. Убили мы врага одного желтой казнью. Я не помню, мы в прошлой половине, вот которая сейчас была, сколько мы, двоих или одного убили.
средней казнью. Осталось самой тяжелой казнью убить. И, собственно, все. И тут нельзя палиться. Нужно внимательно смотреть тут полностью за всем происходящим. И нужно, разумеется, их атаковать, когда уже они желтым мигают. То есть не оранжевым, а именно желтым. Ходить, разумеется, по тайным этим местам, которые скрытым местам. Вот он идет один. И тут торопиться смысла нет. Тут, как говорится, знаешь, тебе пословицу прям для этой миссии. Прям реально пословица для этой миссии. Тише едешь, дальше будешь. Вот серьезно говорю. Вот как бы кто к этой пословице не относился, там старомодная пословица, что все такое. Но вот реально так оно в принципе и есть. Тише едешь, дальше будешь. Лучше не спешить, лучше я поразглагольствую лишний раз. Зато я пройду. Оглядываемся назад. Там, видите, вот я сейчас за ним пойду, и нас спалит тот придурок, который вдали. Надо, чтобы они сзади никто не спалил. А в смысле? Я же того вот оттащил. Я ничего не понял, ну ладно. Придется ждать еще, чтобы мы быстрее пройдем. Зато мы быстрее пройдем эту главу. Я много что вырежу, много чего хрени вырежу. Потому что я там вначале изначально вообще не понял, как в принципе это задание проходить, что вообще нужно делать, я вообще этого не понял. Сейчас вообще крайне тупо их убивать, потому что сейчас они все втроем ходят вообще абсолютно. Это вообще абсолютно глупо сейчас их убивать. Сейчас это бессмысленно. До тех пор, пока, во-первых, они желтым не замигают, потеряют опаску. И пока они не разбредутся все втроем по всем локациям. Вот один уже ушел от тех. Осталось, чтобы те двое к нам туда ушли, и мы того убьем. А того убьем самый красный жестокой смертью. Вот. И тогда, по идее, та дверца должна открыться. Как говорит этот чел, который по камере вот тупой. Так что вот, все, вроде бы, да, вроде бы все они успокоились. Осталось только, чтобы разбрелись. Осталось. И все. Вот эти двое уже ушли, сейчас этого подождем теперь. Сейчас мы пройдем, пожалуй, аккуратненько. Аккуратненько пройдем туда. Для того, чтобы понять, где те враги находятся. Так, вон они. Ага, тот уже возвращается, я уже вижу, он в обратную сторону. И тот тоже в обратную сторону. Нет, тот уже опять развернулся. Антидот развернулся, и тот развернулся. Они... И тот вообще уходит уже. Ой, капец. Иди обратно, чувак, пожалуй. О, отлично, он обратно пошел. О, они, походу, туда вообще ушли. Это отлично, вообще здорово. Сейчас мы по этому, как говорится. Просто я спешил в начале этой серии, потому что мне времени мало, у меня заказы, прочее, я же работаю, блин. Ну, видите, за моей головой, что торчит зеленое. Поэтому тут уже гадалки не ходи. Так, вроде они те уже. Вроде они ушли. Убиваем самой жестокой смертью его. Красный. Все. И вроде бы это все, или нет, я не помню. Или троих надо убить, я не помню. То ли двоих, то ли троих. По-моему, двоих. Утаскиваем этого. Все-таки надо утаскивать. Ага, открылась дверь. И чекпоинтом вообще отлично. Кидаем его сюда. Все вообще отлично, здорово. Не туда пошел. Не, вроде нас услышать не должны. Отлично, до чекпоинта мы дошли. О, как здорово. Как здорово. Вот это. Теперь у нас второй этаж. Что нас ждет на втором этаже, неизвестно. И тут сразу же враги мы, наверное, за нами идут. Нас много, в принципе. Сейчас это устанет. Дайте, что ли, себя убить. Давайте дадим им себя убить. Пусть убивают, ну их нафиг. Они не отстанут. Они не отстанут, короче. Все, чекпоинт взял, какая разница. Пошли вы нахуй, ребята. Я все, чекпоинт взял. Ну, вас, как говорится, в одно место. Тут главное сейчас не шевелиться. Вот, ага. Просто их убиваем. Эти уже с огнестрелом. Народ. Обмениваем. Давайте обменяем. У нас все равно молот есть, какая разница. У нас молот есть, поэтому можем взять магнум, вот этот замечательный. Все, у нас есть теперь и оружие. У
нас теперь есть и оружие ближнего боя, и огнестрел. Капец, народ нам повезло сейчас. Блин, они все сюда прибежали. Ура, все с огнестрелом, ёб твою мать. Все с огнестрелом, капец. Ужас. И все возвращаются обратно, как говорится. Мы с Тамарой ходим парой, хоккеисты мы с Тамарой, да? Как это говорится, да? Ой ты, блин. Достаем пистолет. Ага, все, нас не пальнули. Отлично. Иди нафиг. Значит, тебя вырубим здоровски. Все, тут уже пошло все как по маслу, народ. Блин. Не, у нас не спалил, вроде не пальнул. Сейчас мы этого еще скрытно убьем. Ну, как говорится, кого не убивай, всех скрытно не убьешь. Она говорится. Я не пойму, куда он делся. Какие-то разговоры слышу, чуть не пойму. А, это вверху. Это вверху. Это вверху, народ. Короче, идемте. Видите, во второй этаж. Мы до него сейчас с вами дойдем. Тут ни в коем случае не бежать. Так, по чуть-чуть так бежать. Так, давай бегу по чуть-чуть. И вообще отлично. Так, запоминаем. Там у нас обезболивающее. Блин. Ага, вот, пошел. Заходим сюда. Так, вижу. Раз. Давайте, короче, поиграем в гангстеров. В гангстеров поиграем. В гангстеров, что быстрее их убить всех, этих сволочей. Ведь так же быстрее, чем скрытно, да, пройти. Так же быстрее рили. Блять. Так же рили быстрее. Я и так на тех нижних застрял, поэтому ну нафиг. А вот все, он нацеливается. Блин, перезарядка! Отлично. Так кто еще-то стреляет? Все, никого там нету, но все. Все дебилы закончились, я надеюсь. Надеюсь, что да. И тебя мы тоже убьем. И тебя. Да блин, он встал так по-еблански, блядь. Придурок этот. Да где аптечка-то? По-тупому встал, блин, рели. Я просто хочу побыстрее эту миссию пройти, потому что я и так на ней, блин, время все потерял на первой части этой миссии, блин, капец. Поэтому я хочу побыстрее ее пройти, блин, как можно. Как можно быстрее. Она меня бесит. Вот еще аптечка, если что. Запоминаем. Не, она рели меня бесит, народ. Кто бы как бы что ни говорил. Но в первой части этой миссии я потерял до хрена времени. Все. Смотрим еще. Перезаряжаемся заодно. Музыка идет. Значит, не всех мы убили еще. Скорее всего. Ага, или всех, не по ней, неизвестно. Так дробаш, нет, это мы уже обмениваем на мол, смысла нет. Лучше оставим один огнестрельное оружие и одно самоубийство. Отлично, все, полег, как это говорится. Хотя давайте обменяем, чего уж там, зато дробаш возьмем. Гляньте, сколько патронов от дробаша мы с вами возьмем, народ, вы посмотрите просто. Ну их нафиг, мы и так уже на них. О, там еще обезболивающий, запоминаем. Давайте сразу возьмем. Блин, не туда бегу. Опять проситка пошла, ну ладно. Это временно. Так, все, у нас огнестрел. Мы их не щадим, как говорится, никого. Никаких скрытных убийств. Я уже заколебался, я первую часть так проходил долго. Поэтому мы их так пройдем. Так, смотрим, что у нас тут есть. Пока ничего. Окей, Кэш, ты выполнил отлично.
Don't worry, I've got plenty more Wonderland fun lined up for you. Засунь себе свою страну чудес себе в одно место, знаешь? А, это все, рили. Короче, что хочу сказать, народ, прям что хочу сказать. Первое, на самом деле, эпизод сам по себе не такой уж и сложный. Если знать, что делать. Если ты не знаешь, что делать, и вообще невнимательный, ну, короче, как я, наподобие. То ты будешь думать первую часть этой миссии. Думаешь, что же надо делать? Я их убиваю. А они снова респавнятся. Только потом я понял, что, оказывается, нужно одного убить скрытным, этим самым жестоким убийством, желтым, другого красным, еще жесточайшим. Потом респавнится чувак с дубинкой, потом убить его, взять дубинку, одного с этой дубинки, именно с этой дубинки убить одного с желтым, другого с красным, откроется эта дверка, забежать туда, и вот там уже вторая часть уже простая. Там всех с огнестрелом можно легко завалить даже. И не думать. Вон, нам даже 3 звезды дали. Так что вот, быстро на самом деле эпизод проходится, хотя я на него просрал очень много времени, прям очень много. Но вы это увидите коротко, потому что я все вырежу, всю хуйню я все вырежу. Так что вы не переживайте, народ. В общем, такой вот 12-й ехидный эпизод. Я надеюсь, он вам понравился. Я старался, как говорится. Смешные моменты, даже с того, что не нужно, смешные моменты я оставлю. Все, пока. Это был 12-й эпизод Manhunt Охотник на человека. Пока по Шенди пацанячек. Всем до свидания. И увидимся в следующем бляха-муха эпизоде. Желаю вам всем успехов. Желаю вам всем удачи. И желаю вам всем пока. Что же заготовит нам следующий эпизод?